Итак, всем привет, мы продолжаем играть в Resident Evil Verse. На этот раз мы играем за Клэр Редфилд. Так, у нее. Так, здесь кто-то рядом есть. Скорострельный револьвер и УЗИ. Да я думал, я прыгнул. Нет, не прыгнул. Да блин, не то оружие. Грёбаная дура, вот. Почему ты не могла бы меня спасти от твари, допустим? Надо было именно вот... Да, конечно. Это что было такое? Вроде ей втащила, она берет и уворачивается. Да. Короче, начинается... Игра просто 100 баллов. Адреналин. Немного здоровья и выносливости восстанавливает нам эта вещь. Хорошо, надо искать, бегать вирус. Потому что сдыхать-то я умею, как я понимаю. Ага, вот так тебе и надо. Ты, блин, Крис, ты мой брат, почему ты мне не поможешь? А, вас тут двое, понятно. Что к чему? О, красота, я впервые кого-то съедаю. Так, осталось Крису отомстить. А, не отомстил. Сожрите его, пожалуйста. Ну, и так пойдет. Так, вот вижу ампулу. Вируса, отлично. Вирус у меня. Опа. Кто-то здесь будет, потому что внезапно вирус исчез. Блин, вижу вот эти локации с полицейского участка, и вот хочется прям переиграть в ремейк двойки. В очередной раз. Раз в сотый, как обычно. Я буду долго бегать искать, да? Искать буду долго? А! Да пошел ты в жопу! Я только появилась, блин! Он еще прикалывается. И все равно попал. Это как вообще? Это что? Что? Я ж, блин, с полными хп был. Как он меня завалил? Иди сюда, ты. Блин, тирана можно, интересно, проглотить было, вряд ли. О, красота. Сцена была красивая. То, что Ханк, ты... На. Надо было съесть вирус. Перед носом же был. Welcome to the family, son. Ты, тиран, вонючий, сдохни. Можно тирану сказать, интересно? Welcome to the family. Но зато умерли мы вдвоем. Что ж, очень жаль.
Давайте хоть вирус возьмем. Под конец матча. Конец игры. Я пытался, но получилось фигово. Итак, продолжаем. Каточка номер два. Сразу же вирус рядом с нами где-то лежит. Берем обязательно. Чтобы в случае с гибели получить хоть какое-то преимущество. Клэр, да блин, мне что, разорваться на вас? Ада, ты, конечно, красота. Надо взять ее в семью. Не получится. Придется, значит, Клэр взять в семью. И придурок этот пришел. У меня жизни мало. Вот какой смысл, блин, биооружию резать биооружие? Логичнее всего было бы охотиться за живыми, если ты монстр. Конечно, ну, если только здесь ситуация, когда монстров остается очень мало. Так там прям ада показывает, как надо играть. Скажу я вам. Это Клэр. Еще одна Клэр. Как крыса убил. А чё ты хотела? Ты чё-то ада, что ли? Кто там где бегает? Можно я вирус найду? Вот это то место. Прикольно. Ой! Пошел ты в жопу! Сан. Не хочу я с ним даже встречаться. И он не умнёт, это же он же не исчезнет. Он будет бегать, пока не знаю. Давай бегай, хорошо. Кто быстрее убил, тот и молодец, понятно. Да с одного удара, ну ладно, еще поверь. Да она нормально играет, кстати. Для ады. И что к чему не сожрал? Ну, хоть так. Хоть попал слюной. При смерти надо пытаться сохранять серию убийств. И все будет хорошо. Блять. Я только появился. Почему-то меня он спокойно сожрал. Эту гребаную аду я не мог сожрать. Ясно. У нас тут, блин, свои разборки были, ты... Кого я убил? Я думал, я убил эту аду. Валим нафиг. Да ё-моё, это жесть. А, блин, базука была рядом. Капец. Тут надо, блин, конечно, объединиться и против монстров. В этой ситуации. У меня же обычно все по жопе идет.
Че, пистолет может? Не может? А мы не узнаем этого. В этом матче, по крайней мере. Это было просто отвратительно. Я ничего не понял. Ну, почти все Клэр возобновили и возглавили топ. Чуть-чуть не хватило, чтобы в топе были одни Клэр. Матч номер 3. Мы, как обычно, Клэр Редфилд. 5 минут. Помучиться. Начинаем. Ой. Я даже того сам не заметив, взял капсулу с вирусом. Окей, давайте возьмем пистолет, попробуем. С ним! И Ханк за... Дура, сзади Ханк! Он меня не увидел, он меня не увидел! Я куда-то в шкаф улетел, он меня не увидел. Сейчас у меня... Вот, все. Чуть-чуть здоровья себе в порядке восстановил. Я, блин, покруче Ханка скрываюсь. Начало было супер, оглушить друг друга и пойти. Что это? А, это кофеварка. Ребята, здесь есть кто-нибудь? Эти две пизды объединились. Извиняюсь за маты. Ханк, ты охренел? Крыса. Грёбаная крыса, вот. Типа не видно, да? Да ладно. Тут всего спокойно, можно так уворачиваться легко. О, отлично! Вот их надо аду встречать во вселенной Resident Evil. В морду дать и пойти. Так, ну тут понятно, две Клэр объединились. Это было хорошо, конечно. Она постоянно оглушает, в общем. Ну, не постоянно, но Клэр способна застанить в самый такой момент нужный. И, в принципе, так можно и выжить. И тащить даже, не то чтобы выжить просто. Надо убить этого монстра, который отлично, серия восстановилась. Кувыркайся ты! Отлично. Здоровье слабенькое, энергии нету. Хоть как-то серию себе восстановили. А еще бы здоровье восстановить, конечно. Вот еще у нас есть. Надо вирус взять. О! Гранатометик. Ты че, Клэр? Одни Клэр. Ёпты. Какая гадина вирус сожрала только что мой перед носом был. Быстренько эту ампулу забрать. Здоровье в опасности, но хотя бы успеть забрать. Отлично. Ой. Ой! Ты что, не мизис, что ли? Ну я хоть оглушить кого-то успел. Как вам такое, дети мои? Над убийство деда. Отлично, серия убийств установлена. Отлично, еще не мизис нагнут. Надо же сюда долбануть. Капец, куда я выпустил ракету?
Жалко, что я не могу здоровье лечить в форме Немезиса. Оу. Просрал ракету, конечно. Болит у Клэр. Божественно. Ну что ты, Ханк, у меня хп было мало. Отлично, я надеюсь, что я... Ничего себе, не успел я первое место собрать. Ну ладно. Кто-то там вообще топово сыграл. Вот так, в общем, второе место у нас за Клэр получилось. Мой предел. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Играйте в Resident Evil Verse. Всем пока.